А, просто, просто зевок. Ага, он никуда не укладывается, он просто остается вот в таком положении. Хорошо. Сиди и закрой. Вот иди. Ну это надо к зеркалу смотреть. Что-то? О, замечательно. Спасибо. Хочу сказать, что это реально быстро. Смотри. Берешь его. Ты сделай так, чтобы язык не укладывался. Сейчас. Вот. Теперь тоже попробуй. А это лучше. Ага, а теперь вот к этому. Вот. Вот. Видишь, где нам нужно заканчивать. Не надо с этим ничего делать. Вот. Вот это расслабленное состояние. А теперь вот в этом же состоянии зевок. Вот. Понимаешь, в чем разница? Здесь ничего не зажимается, да? Есть ощущение? Вот. А теперь вот к этому ощущению. Открыли рот. Вот. Зевок. Теперь попробуем. Все, кто привык очень укладывать вот так язык, знаете, как ложкой, ну, часто говорят, вот, ходили к врачу там, да? Вы получаете сразу зажим вот здесь. Вы уже не можете контролировать свободно. Язык и нёбо, оно все здесь все очень гибко работает. Давайте еще вопросы. А согласны? О, согласный, класс. Это моя любимая тема. Вот, друзья мои, согласные. Сейчас бред скажу, да? Но мы поем согласными буквами. Не гласными, а согласными. Почему? Потому что, вот смотрите, я вам сказал, да, есть зевок. И дальше. Просто в этом надо немножко покопаться. Все согласные можно разделить на категории. Грудные, зубные, лёгкие, головные. Допустим, самое вредное согласное – это М и Н, у которых проблема с М и Н, да, в носу. Но если вы посыл звука в голову, вот ваша Н. Она не «эм», она не в носу, она здесь. Это та же голова, это одно звучание головного резонатора. «Эм» и «эм». Не «эм» и не «эм», не в носу. А это очень важно в тех моментах, когда мы разбираем песни, и когда приходится соединять разные звуки. Там «мне», например. Есть разница? Вот я сейчас сделал мне. Вот у нас N прозвучало в носу. Мне. И вот ничего не меняя. Мне. Вот у нас остался один зевок. И позиция осталась. Мне. И М здесь. И М тоже там. А, вот, сейчас на
снесу. Не, ну только так и можно. Брали. Если что-то кому-то непонятно, так и говорите. Стоп, не понял, еще раз. Потому что это очень важно. Смотрите, ну вот представили, да, что вот закончились зубы, да? Ну вот так. Мое художество мне простят, надеюсь. Вот наша мягкая нюба. Вот мы растянули, оттянули аж сюда. А вот здесь водка. Вот поймите образно, вот такая траектория существует у звука. Вот, сюда и сюда, головной резонанс. Когда мы идем наверх, сейчас я подойду к согласным звуку. Вообще, по своей природе звук очень-очень маленький. Почему я начинаю рассказывать про академическую школу и про пение на низкой гортани? Представьте, что вот это вот такой большой-большой котлован вот здесь. Это и есть ваша низкая гортань, что мы сделали сегодня, вот она держится. Но таким звуком петь нереально просто. И держать ее все время. И для того, чтобы было легко, вот мы сделали с вами сегодня. Ощутили опор, вот она сразу работает. И потом, когда мы идем наверх, мы не тащим этот звук наверх вот такой массой. Особенно пацанов это касается, желающих петь рок-музыку и тому подобное. Грудной резонатор вообще, девчонок тоже это касается абсолютно всех одинаково, потому что есть проблема забросить грудной звук наверх. Сделать такой своеобразный микс. Так вот, для того, чтобы не делать... Все, вот он кикс, все, я уже ничего не могу сделать. Показывал образно, вот грудной резонатор был. И вот я сюда пришел, вот я уперся в гортань. Все, я свой грудной звук оторвал отсюда и притащил его сюда. И я сюда, все, и это потолок, я уже ничего не сделаю. Что должно происходить? Головной резонатор. Вот его траектория. Ну, очень понятная вещь, капюшон, да, у кого есть капюшон, вот что происходит со звуком. Мы не пытаемся вот так вот капюшон надеть на голову, да, через шею, правильно? Вот представьте, что многие делают вот так со звуком. И что-то не делают. Я все пытаюсь каждый день, убираюсь, занимаюсь, а вот не идет. Очень хорошо работает опора. Вот вы вдохнули, вот вы поставили на опору. И что происходит? Вот это состояние зевка, оно остается и грудной. Понимаете, что я делаю сейчас? Я не звук тяну, а я оставляю вот это состояние. Смотрите. Сделайте вот так. Очень твердый звук. Смотрите. Вы слышите, насколько он плотнее? Очень важно, чтобы этот звук заканчивался именно на мне.
для того, чтобы вы ощутили. Вот когда вы это произносите, у вас есть сразу ощущение грудного и головного. Не-не-не. Он не здесь, он вот здесь. А теперь смотрите, ничего не меняете. Это называется позиционное пение. Нет для нас нот и интервалов. То есть неважно, я делаю здесь внизу не или не. Я не. Вот сейчас я спел нот. А когда вы остаетесь в этой позиции, не. Он ничего не поменял. Не. Это дает возможность. Не. Вы сейчас сделайте простое упражнение. Не думайте про ноты. Останьтесь в этом состоянии. Нет. Объясню, что вы делаете. Тише. Не. Вот вы делаете. Не. И перешли в голову. Не. Укрепляйте вот так вот. Есть опора. Чувствую. Я слышу, что он меняется просто. Надо задействовать. Здесь вот звука нет. Есть три точки. Получается, что кончиком языка вы касаетесь твердого неба. Не. Вот здесь. Вот эта точка, это. Не. Она получается растянута. И вот третий. Грудной, головной и вот эта точка. И по состоянию вашему у вас все время растянуто мягкое небо. И все. И вас... Я вам показываю, смотрите. У вас остается вот это. А звук над гортанью появляется вот так. Мы создаем вот такую траекторию. Сюда, оставляя вот этот грудной на месте. Для того, чтобы понять, как это сделать, сделайте после каждого звука добор воздуха вот через нос, как вы делали. Смотрите. И вы дополнительно. Оставьте состояние зевка этого. Вот и лезет, правильно. Вот остается, вот это состояние остается и все. То есть, когда вы сделали последовательно, да, пока ваш аппарат...